Всем привет! Вот сейчас собираюсь варить неповоротный стык трубы. Как я это делаю, немножко объясню, уже было видео. Еще раз расскажу. Начинаю не с середины трубы, не с прихватки, а чуть-чуть выше. И вот так точка за точкой прохожу вниз до самого верху. И здесь на середине заканчиваю. Потом с обратной стороны начинаю тоже не с середины, а уже сваренного, чтобы прогреть хорошо металл. Иду. Поднимаюсь вверх, дохожу до верха и делаю там замочек. Перехлёст сюда на поворот. Вот таким образом буду сейчас варить. Вот так получился шовчик. Потолочек не очень симпатично, здесь чуть-чуть получше, и вот так в конце.